Не стоит заранее беспокоиться. Сколько времени вы тратите на переживания о том, что может произойти, и что из этого произошло в действительности и разрушило вашу жизнь? Немногое, а то и вовсе ничего, не так ли? Сосредоточьтесь на том, чего вы хотите, а не на том, чего не хотите. Оставайтесь верным себе, воплощайте свои мечты и самовыражайтесь. Найдите свое предназначение и стремитесь к его исполнению. Подписывайтесь на мой телеграм-канал по ссылке в описании профиля. Там еще больше интересного.